На самом деле многие из нас просто ненавидят утро. Причины понятны. Наш сон прерывается звонком будильника. Мы автоматически выключаем его и решаем подремать еще чуть-чуть. Но поверьте, утро может быть добрым, если выполнять простые вещи. Досмотрите до конца. А перед началом подпишитесь на наш канал. Выпивайте стакан воды. Диетологи сходятся во мнении, что привычка пить больше воды – простой шаг в сторону здоровья с двумя очевидными преимуществами – оптимальная гидратация всего организма и ускорение метаболизма. Почему это особенно важно по утрам? Дело в том, что ночью наш организм использует воду для восстановления. Так что утром этот баланс необходимо восполнить, чтобы не чувствовать себя вялым или уставшим. Ваша цель – большая чашка или два стакана чистой воды без газа сразу после пробуждения. Делайте зарядку. 5 минут физической активности в начале дня – залог не только здоровья, но и отличного самочувствия. Это не обязательно должно быть что-то изнуряющее. Что-то из йоги или растяжка уже заставит ваши мышцы работать, так что со временем тело научится просыпаться и без помощи кофеина. Ставьте лайк, если до этого момента не делали зарядку по утрам. Признайтесь, это ведь правда. Надеемся, вы исправитесь. Откажитесь от гаджетов. Если это не является частью вашей работы, постарайтесь не трогать телефон по крайней мере в течение 30 минут после пробуждения. Дайте мозгу немного времени, чтобы действительно проснуться, вместо того, чтобы бросать его на амбразуру электронных писем и сообщений в социальных сетях. Психологи уверены, что максимально спокойное начало дня крайне важно для нашего ментального здоровья. Так что вам стоит как можно скорее сделать свое утро по-настоящему добрым. Найдите время для себя. На самом деле гарантия прекрасного, удивительного и вдохновляющего утра – ваше внутреннее состояние, соответствующее всем заданным параметрам. И скажем прямо, сложно быть в хорошем настроении, когда еще 5 минуточек снова превратились в полчаса, а до выхода из дома осталось так мало времени, что в лучшем случае вы успеете расчесаться и почистить зубы. Психологи советуют ставить будильник с учетом 15-30 дополнительных минут, которые вы сможете провести так, как вам захочется. Послушать любимую музыку, посмотреть серию сериала или просто посидеть на кровати с чашкой фруктового чая и посмотреть в окно. Решать вам. Главное, чтобы процесс действительно доставлял удовольствие. А что вы делаете по утрам? Напишите в комментариях. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать самое интересное. До скорого!